И всем привет, с вами я, Ардис Инсайт, и сегодня со мной друг Котэгейм. Да, если всем что. Подписчикам привет, а с вами Котэгейм. Да, подписывайтесь на мой и на его канал. И да, очень круто. И как бы он тут не просто, потому что он мне подарил эту игру, и я его решил сюда пригласить. Как мы видим, я уже как бы фуллопу немного поиграл, чтобы разобраться. И давайте я вам... Я думаю, что вообще никаких... Да, там просто ничего скучного. Там просто никаких котов не нападают. Я пока не разобрался, как бороться с Бингусом. Ты не знаешь, как бороться с Бингусом? Смотри. Типа, нет, смотри. Тут есть хулопа, есть попкэт, а есть Бингус. Давай. Бингус, короче, нужно выключить... О, ну, вот так, закрыть компьютер и смотреть на телек. А попкэт, он тоже на телеке? Попкэт, так, чтобы его найти, надо так посмотреть на все камеры в здании. Появляться он рандомно так, что смотрит. А что он делает? Как он... Нужно смотреть на камеры, иначе он тебя захавает. И также нужно следить за восьмой камерой. А на восьмой камере он там, короче, пельмени ест. Это шлюпа. Угу. Так, начинаем. Алло! Так, на чем остановились? Ах да, на охранника напали. Ну, это был просто несчастный случай. Шлёпа никогда не нападает. Ну, по крайней мере, при свете. Ладно, давай я расскажу тебе твою задачу. Этот кот будет пытаться съесть пельмени. Они, кажется, находятся в восьмой комнате, да, если я не ошибаюсь. Просто приглядывай за ним, и если он будет в восьмой комнате, мы работаем в страховой компании. Тогда он уйдет. Да, это довольно скучная, ненудная работа. Да, и вот на восьмой камере он там пельмени ест. О, он на шестой, надо следить. Не дать шлёпе съесть пельмени. Ну, прошлого охранника уволили из-за этого. Ну ладно, наслаждайся своей работой. Следи, и завтра я расскажу тебе еще кое о чем. Спокойной ночи, до завтра. Где попкэт? О, видишь, разозлился, перевернул стул. Да, пока все нормально. Так, пока все. Так, пока все нормально. И пока никого нету. Пока. Ой. Так, что-то было на седьмой. Ай-яй-яй, шлёпа. Шлёпа, шлёпа пельмени кушает, как бы, а надо как-то его... Может, да не-не, по-моему, просто он должен идти. Да как, реально, он как бы специально. Шлёпа сидит на месте босса. Ура, он ушел. Он на шестой камере, но он это рядом с восьмой. Следи за телеком. Да, я за телеком слежу. Это прям игра хардкорная, и к тому же тут вся троица есть, и это классно. Попкэт, Бингус и... Шлёпа. Да. Он на восьмой. Честно, мы названы, да. Хлопа. Так, давайте посмотрим. Кстати, он скоро будет еще с трей снимать. Да, наверное, он будет с трей снимать, скорее всего. Угу. Так. Ай-яй-яй. Синий, значит, смотрит. Ну, мне надо все камеры смотреть, потому что если я буду смотреть, то пипец. И попкэт еще тебя схватит. Угу. Представляешь, сейчас на самые последние секунды тебя хватает. А, да, мне все равно скоро уже осталось. Мне кажется, последняя ночь будет самая хардкор. Ну ладно. У нас, конечно, в комнате нету камеры, это пипец. Ура, мы прошли. Так, я играл пока что... Давайте я вам покажу, что такое режим за котов. Типа, мы играем за котов, и мы можем сами расставлять, где будет шлёпа. То есть, смотрите, вот это у нас типа бот. Я пока не понял, типа... Давайте пока Бингуса, потому что Бингус он такой сам хардкорный. Так, а ты попкэта ставишь? Так. Слишком долго. Давай на шестой.
А он может пельмешки скушать. А может бингуса? Он там. Давай. Да, мы его. Ха-ха-ха. Умнее, чем компьютер. Ура! Мы победили бота. Так. Так, ну, игра с заготовкой, конечно, прикольный режим, можно, типа, бота победить, но мне больше... Мне хочется посмотреть инструкцию. Папка, а, вот, является рандомом на камере. Просто смотрите на него, и он... Вы можете взаимодействовать предметами, нажав на них, чтобы выключить ноутбук, надо нажать на клавиатуру, чтобы защититься от бингуса, выключить компьютер и лампу. Бингус появляется за ноутбуком на телевизоре. А, надо еще свет вырубать. Чтобы защититься от шляпы, включите лампу, тогда он постучится. Понятно. Но это, в принципе, мы уже знаем. Включите. Да, не выключите. Нет, там написано включите, почитай еще. Почему? Почитай инструкцию. Включите. Нет, почему? Включите лампу, когда он постучит. Нас, походу, сканет. Я, может, и реально надо? Нет, по-моему, выключать надо. И теперь, по-моему, выключай. Там, походу, какая-то ошибка. Понятно. Может, это русский перевод? Локализация? Ошиблась. А это разве не наша игра? Не знаю. Тут есть как английский, так и русский. Поэтому... Да, поэтому фигово знает. Так, давайте тогда бесконечный режим попробуем. Так, бесконечный режим, как я понимаю, просто это типа на рекорд. Можно пока это... А, нет. А, нет. Включить ты должен. Включить. А, да, это, наверное, как в Ахнафе. Не, реально, даже в Инете так написано. Да, в стиле самого. Блин, вот шлёп... А, вот все, он сбежал. Он пельмешки кушает. А, вот когда бингус, то... О, пупкэт. Шлёп на шестой, так. Это прям хардкорная игра, я бы так сказал. Третья ночь самая такая. А, это поворотить в пупкэта надо... А бингус... А, ой, попкэт он стучится же? Нет, шлёп тут стучится. А попкэт просто появляется. Угу. За ним... Кстати, ты говорил то, что мелкий бегает. Шлёп, блин. Давайте заново. Сразу интересно стало. Давайте бесконечно... Не, давайте по приколу пройдем третью ночь. Просто интересно, сколько там будет хардкорно. Алло! Ну что, как тебе работка? Нормально. Я должен рассказать тебе кое о чем. Это очень важно. Ты уже видел пятую комнату? Думаю, ты видел там маленький старый монитор в конце коридора. Да. Он стоит там не просто так. А что? Шучу, он стоит там просто так. Он вроде бы уже давно не работает, но как-то раз он включился. В этот момент на всех мониторах появился странный лысый кот. Через секунду он исчез, и все стало как прежде. Не бойся, я думаю, никакой мистики в этом нет. Скорее всего, кто-то над нами подшутил. Если ты тоже увидишь его, вырубай ноутбук и лампу. Я не знаю, зачем я это сказал. Наверное, просто чтобы ты думал, что будешь в безопасности, если выключишь их. Ну вот и все. На этом вся инструкция окончена. Удачи. Мне кажется, это еще более хардкорно, чем FNAF. Постучи. Главное, чтобы шлёп не съел пельмени. Мне кажется, третья ночь это как бесконечный режим. Вот что-то похоже. Ну, не знаю, по хардкору. Так, шлёпа сидит. Ай-яй-яй. Вот шлёпа тут сидел. Так.
Так. А где попка это? Не знаю. И бинглс. А что на нее? А где старый Моник? Я не знаю, мне кажется, Пупкэт пока не появился. Хотя он уже где-то... Как он с Ю переместил, ну, с нас на... Приметил сюда, видите? Он прям хардкорщик. Так, тогда получается шлеп на шестой сидит, блин, надо, фух, это, блин, сейчас понимаешь, что будет четвертая ночь. Мы проиграли. Давайте все в этой части пройдем всю игру, мне просто. На этом видео. Да, на этом видео. А еще и шлепа ноль. Да, может, когда-нибудь пройду шлепа ноль еще. Когда-нибудь. Да, мы, я, наверное, еще... Может, даже за не буду снимать шляпу ноль. Я катагию. Да. А, ну вот, смотри, Five Nights at Freddy's ноль. Так. Она 1 июля вышла. А сколько она стоит? Ну, 87. Вон, она такая более страшная. Может, ее пройдем? Вместе. Да. Мне кажется, она, кстати, прикольная. Вот, советую. Я, ну, вот мне советую первую часть. Положительную. Да. Ну вот ноль тоже прикольная. Так, давайте тогда начнем четвертую ночь, прям уже реально стрёмно начинается. Прям. Прям так, все, давайте погнали, спидрань. Так, шлёпа уже на седьмой камере. Так, смотрим, если бингус нету бингуса, так, никого нету. Так, пока-то нету. Смотрим. Так, я прям вот как бот. Я, ну, только я круче бота, потому что я чаще просматриваю. Что? А что это про ноль? Кстати, Годофор, он вышел на стиме, да? Поздравляю, кто первый ремонтил. Блин. Ну, давай, нет, давай, я как бы не сдаюсь, я еще. Так, давай. Давайте пройдем. Четвертую ночь, прям реально захотелось ее пройти. Так, давайте ошибки учтем. То есть мы как бы не смотрели бинбуса, значит, что ему надо чаще смотреть. Потому что там, по-моему, там что-то 10 секунд ждешь, он все, и ты труп. А я просто не понимаю, где попкэт. То есть попкэт. А попкэт просто надо просматривать, как я понимаю. Странно, почему, типа, когда ты выигрываешь бота, ну, именно охранника, то тебе говорят, что вы умнее компьютера. А когда, как бы, а флоп же, это тоже, как бы, компьютер, бот. Ну, типа, охранник, он, как бы, должен быть умнее котов. Ну, да. Я понял. Бингус! Выруби свет. Блин, я ж забыл, просто, когда забыл, то что надо выключить свет. Нет, я только смотрю и думаю, блин, ну сейчас должен пропасть. Блин, надо свет вырубать, а я просто не понимаю, вот этот свет, лампу надо вырубать. Ну вот первую минуту этого нету, но все равно смотреть. Так, шлепа ушел отсюда. Ушел с кабинета директора. Шлёпа теперь сам директор.
нами. Да. Он теперь сидит и думает, что он самый крутой. А почему я с него уволят из-за этого? Из-за чего? Кого? Из-за пельменей. Подожди, а почему он их оставляет просто на столе? Ночью. Почему все уходят, даже охранники? А может, выключим свет, чтобы, ну, чтобы если флоп постучится, то мы его просто включим? Логично? Бинкс был! И он пропал сразу. Да, он прям там миллисекунды. Главное, чтобы флопа не подходил к этим пельмешкам. Я не знаю просто. А почему пельмени оставляют тут? То есть, как бы они уже ночью, они за ночь остынут? Не, ну, я не знаю почему. Типа, это пельмени директора и... Почему? А, вот, все, пропал. Типа, это пельмень директора, и он их оставил на ночь. И тут, типа, живут всякие шлёпы. Фу, включаем свет. Сейчас шлёпы должны идти, фух. Почему? Он просто оставляет их. Я не знаю. Ну так это прикол тогда. Это то же самое, то, что зачем во ФНАФе аниматроники. Типа... Аниматроники веселят детей. Ну, а типа, а зачем, типа, Вильям убивать всех, а, блин. Ну, да, зачем Вильям всех убивает, если, как бы, смысл? Зачем? Чтобы аниматроники были, типа, живые ночью убивали охранника, в этом никакого смысла нету. Потому что они что, богаче станут? Нет, наоборот, они потеряют репутацию. Из-за того, что они воняют. Логично? Ну, так вот, как бы... Тут то же самое. Зачем директор оставляет пельмени, если как бы тогда бы сюжета не было игры, понимаешь? Ну так это же, как бы в реальной жизни кто пельмени не оставит, он бы по пути их съел бы, полюбасу. Да. Или... А если их забрать, а если можно было забрать в свой кабинет, то чтобы к нам пытался пробраться? Ну да, но это было бы очень хардкорно. Блин, я просто забыла просматривать этого Бингуса. И у меня начинает быть стрёмно. Мне одному начинает быть стрёмно, когда ты просматриваешь Бингуса. А представляешь, что будет, если появится FNAF Plus? Да, я, наверное, сниму. О, Бингус, здорово. Я сразу на это хочу купить. А я, может, пиратку скачу. Ну, если что, пиратство я осуждаю. Ну, Артём говорит того, потому что он сейчас не может купить. Да, потому что... Потому что сейчас нельзя. Угу, так бы купил бы, так бы. А что у меня есть? Фух, давай. Точняк, надо же выключать свет, когда Бинкус. Я просто забыл. Я решил, пока нельзя это покупать в России, решил купить на Озоне. Если что, это не реклама, uh-huh. И подарите Артёму игру, потому что он тебе рад снимать спрей, он да. Будет шлёпы снимать. А вот теперь реклама. Нет, давай без рекламы, нам не платили. Да, шутка. Хорошие пельмени. Это очень-очень вкусно. Вот ты прорекламировал пельмени, всё. Все индустрии пельменей. Все индустрии? Я не рекламировал какую-то иную марку, я рекламировал просто пельмени. Бингус, давай, уходи. Бингус, уходи. Все, фух. Спидран по Майнкрафту, спидран. У нас что-то этого не появлялось давно. Как это? Я просто не знаю, где он. Мне кажется, он обиделся после того, как он напугал нас. Или это Бингус напугал? Наверное, из-за этого очень сильно начал радоваться и наоборот. А Попкэт не обрадовался то, что он ничего не делает. А как бы шлёпа не обиделся. Давай включаем свет. Ты впервые запускаешь Five Nights at Шлёпа? Не знал. Нет. Да я это сейчас зашёл в Steam. Ой, был Попкэт был. 7 часов. Ура, мы прошли. Молодец. Блин, ребят, короче, сейчас будет прям пипец. А может, ты пятую ночь пройдешь?
Надо КГ, потому что... Давай попробуем. А, давай, сейчас Даня... Я беру за тоже. Будет... Сейчас Даня будет проходить, получается, первый раз в лопу. Нет, если что, то только мышкой. То есть а поменяется плавно... здесь 6... Давай, на клавиатуру нажимаешь, включаешь свет. О, тут чисто сразу свет. Когда будет проходить шляпа, закрывай ноут и... Всё. Смотри восьмую камеру и пятую. Так, шляпу передай. Восьмую, пятую. Все камеры смотри и выруби ноут. Часто вырубай, как я. О, смотри. Да, я понял. А это на пятой камере ноут. Не ноут, а тут старый ноут. О, успел. Да пофиг. Пофиг. Посмотри, закрой ноут. Ноут, закрой. Так, открой, открой. Да не надо, этот моник, он никак не работает. И смотри восьмую камеру особенно, и все. Только минуту прошла. Да ты... Ну окей, давай, короче, сейчас Даню попробую. Я только минуту прошел. Минута чем-то или минуту? Минуту почти... Ну, вроде либо минут 20, либо 19. Давайте я попробую. Так, давайте, все. Я прям спидраню. Так. Смотрим. Так, шлёпа, давай. Так. Пока у меня 30 секунд. Давайте это в минутах. 36, так. Так, пока все нормально, мы смотрим. Не, больше, наверное. Просто дальше посмотри. Так. Артём пока что играет с ноутом 4 минуты. Угу. Это ещё с того времени, когда... О! И прикинь, и шлёпа, и попкэт были на одной комнате. Может, они что-то забыли? Может, что-то забыли. Будь аккуратен. Он на вой... был на восьмой. Так, давайте смотрим. Так, флоп на шестой, надо быть аккуратнее. И так, бингус, смотрим, нету. Бингус! Фух, я выключил свет быстренько. Так, надо, у меня практика всегда выключенный свет делать. Блин, прикиньте, я посмотрел попкэта на камере. И он на меня скример сделал. Так такого же не бывает. Как? Как такое бывает, если я его просмотрел на камере? Там прям миллисекунда была, секунда где-то. И он потом сразу исчез. Пипец, прям. Так, и получается... Давайте начнем. Я немного подумал. Я подумал, то, что надо... Так, просто так спидранить прям. Молодец. Так, я подумал, надо спидранить. Это, блин, хорошие мысли. Все хотят спидранить. Даже не спидранить, так. Ну, вообще, в таких играх нереально спидранить. Ну, то есть, как бы, можно и пройти ее без убийств. О, блин. А, нет, давайте пройдем. Дань, может, ты пятую ночь пройдешь? Ты же не проходишь. Может, ты хочешь? Если будешь... Сколько мы раз уже проходим? Я не знаю, уже третий раз. Ну, и с тобой, если считать. Может, даже... Нет, даже четвертый уже. Проходи, если тебя убьют, то... Да, мы сейчас, я уверен, мы пройдем четвертую ночь, ой, пятую. Но мне кажется, она более хардкорная, чем ФНАФ. Так что тут, ну хотя не, может даже немного проще, ну там на 1% из 100. О, флопы на четвертой, бингус, нету. Бингуса нету. Блин, прикинь,
я посмотрела на Бингуса, и он сразу на меня выпал. Давай ты, давай Даня вообще пройдет. Давай. Если что, то я еще одну серию выпущу. Так, проходим. Я такой серьезный. Не, все, все. Так, ну вроде никого. Так, обязательно смотри Бингуса, так. Смотришь, восьмую камеру, все смотри, быстро. Опа, пельмени еще едим. Жди на нем, жди, пока он не ходит. Да блин, надо было... Это подстава, да, они подставили. Потому что там и Бингус, и Попкэт надо было просматривать, а этот Флопа... Они, походу, что-то задумали, понимаете? Они задумали. Ай-яй-яй. У них есть реально хороший умственный интеллект. Мне кажется, даже... Да, умственный интеллект. ИИ. ИИ. А как это переводится? Искусственный интеллект. А, искусственный, точно. Интеллект создает, я забыл. Вот Попкэт редко появляется. Флопа ж тут сидел. Ёпарно. Флопа, смотри, просто разрывная, смотри, о, вообще, смотрим, ты что, на меня напал Бингус, блин, давайте, давайте так, если на этом видосе, как бы, у меня не очень много подписчиков, давайте так, набираем хотя бы 5 лайков, и я тогда выпускаю серию, где мы попробуем заново пройти пятую ночь. Как бы, с нами был, Катагейм и R911, подписывайтесь на его канал, я оставлю обязательно в описании, и также подписывайтесь на мой канал, и всем пока! Всем удачи и пока. Реально снял? Просто сохранить. Надо будет обрезать видос, слышно? У меня рэп, видишь?